Михаил Новоселов любил женщин, но исключительно после смерти. Вот как-то так у него в голове все сложилось, что с живыми вести половую жизнь получалось не очень. Судя по всему, Михаила это не напрягало. Убивал он с помощью удавки или заточенного электрода, которые всегда были спрятаны под седлом велосипеда. На его счету было 22 жертвы, но поймать Новоселова не могли 18 лет, так как он орудовал в разных населенных пунктах Поволжья, Урала, Сибири и даже Таджикистана, куда он переехал, когда был объявлен во всероссийский розыск. Был задержан случайно за кражу в 1995-м. Пока был в СИЗО, пришла ориентировка на розыск за совершение 3 убийств с изнасилованиями. На допросах ничего не отрицал, указал места захоронения жертв. Экспертизы признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Его состояние и местонахождение на сегодняшний день неизвестно.